Расскажи дочке, укладывая в кровать. Расскажи сыну, пока еще есть речь. Что придут люди, готовые убивать. Что придут дети, умеющие жечь. И пускай толку не будет для них в том, и пустым бредом останется твой рассказ, научи сына таких не пускать в дом. Научи дочку таких узнавать в раз. Хорошо спится, да может быть враг в пути. Тишина ночью невесела, строга. Не лишай сына шанса себя спасти. Не расти дочь добычу для врага. И молись тихо, укладываясь в кровать. И молись Богу, пока еще есть речь. Чтоб не твой сын шел других убивать. Не твоя дочь знала, как их жечь.